В моих жилах течет Твоя кровь, божественная кровь. Боже, и я знаю, что кровью Иисуса Христа, чистого непорочного Агнца, я совершенно спасен. Все мои грехи, прошлые, сегодняшние, завтрашние, будущие, полностью все омыты, смыты кровью драгоценной Агнца Божьего. Мои грехи все прощены. Я навеки спасен через кровь непорочного Агнца. Благодарю Тебя, Господь Иисус Христос, что кровью Твоей святой я исцелен, совершенно исцелен. Я освобожден кровью Агнца Божьего, кровью Иисуса Христа. Я обогащен. Боже, и наследник великих Твоих благословений, веры Авраамовой. Слава Тебе, Господь, Царь наш, Бог наш. Аминь. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за спасение, за жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, за причащение тела и крови Твоих. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Слава Тебе за все. Благослови нас, благослови всех, кто был сегодня в эфире, подключался к этому эфиру, и всех, кто будет смотреть в записи все это. Боже, благослови, Господь. Во имя Господне, во имя Иисуса Христа. И завтрашнее служение, это предстоящее нам, благослови, Господь. Все собрания, всех любящих Тебя, Тебя боящихся, Господь Боже, верующих разных конфессий, разных деноминаций, с разными пониманиями, Боже, с разными откровениями о Тебе, о мире, о себе. Боже, объедини, Господь, в Твоей любви, Господь, Боже, потому узнают все, что мы Твои ученики, да имеем любовь между собою. И действительно, Боже, Тебе слава навеки за все. Аминь. Аминь. Вот, и братья и сестры, дамы и господа, конечно, моя мечта, чтобы вот и хлебопреломление, причастие, Евхаристию мы совершали совместно, вместе. В нашей церкви мы это практикуем. Постоянно. Кто бывал у нас в собрании, те это свидетельствуют, конечно. Вот, к чаше допускаем всех, без исключения. Рассуждающих о теле Господнем, всех, кто рассуждает о теле Иисуса Христа и крови Его Святой, всех, кто признает Иисуса Христа, принимает Иисуса Христа как своего личного Господа, Бога и Спасителя, всех, кто верует в божественную кровь Иисуса Христа, что кровью Иисуса Христа Он омыт от всякого греха, всех, кто действительно рассуждает здраво о теле и крови Христа, что это буквально тело и кровь Иисуса Христа, и что ранами Иисуса Христа мы не только полностью прощены, но и исцелены, освобождены, благословлены. Слава Богу! Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа благословляю всех вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Мир всем вам. Слава Богу. За Голгофу, за кровь. Мы Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь.
Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Иисус, благодарим, о Дух Святой, за все мы благодарим. За все мы благодарим. За Голгофу, за кровь мы Тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Иисус.